Когда наши актеры начинают говорить чисто и четко, они переходят на более сложный уровень. Учатся произносить текст не только от себя, но и от различных героев. Ведь в театре им приходится играть всевозможные образы – кошек, собак, цветы и ягоды, деревья, зайчика, волка или медведя. Вот посмотрите, как выпускник нашего театра Илья один и тот же забавный стишок читает сначала от себя. Сказала Наташа: «Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать на контрольный?» Наташа рукой виска покрутила, но всё же сказала: «А мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу!» И сунула мне на контрольный задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящной сказать комплимент. Теперь Илья читает этот стишок так, как будто он медведь. Сказал я Наташе: «Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и бантик прикольный. Не дашь ли задачку списать на контрольный?» Наташа рукой у виска покрутила, но всё же сказала: «А мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу!» И сунула мне на контрольный задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящной сказать комплимент. Правда, очень похоже? А вот тут наша ученица Лиза тот же самый стишок читает так, как будто в помещении очень плохо пахнет. Сказал я Наташе: «Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать по контрольной?» Наташа рукой виска повертела, но всё же сказала: «А мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу!» И сунула мне по контрольной задаче. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящно сказать комплимент. А здесь Илья представляет себя принцем. Сказал я Наташ: «Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и бантик прикольный. Не дашь ли задачку списать на контрольный?» Наташа рукой виска покрутила, но все же сказала: «А мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу!» И сунула мне на контрольную задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящной сказать комплимент. А Лиза считает, что она привидение. Сказал я Наташе: «Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать по контрольной?» Наташа рукой у виска повертела, но всё же сказала: «А мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу!» И сунула мне по контрольной задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящной сказать комплимент. Вот Илья стал веселым мальчишкой. Сказала Наташа: «Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клево. Потрясная челка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать на контрольный?» Наташа рукой у виска покрутила, но все же сказал: «Да мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу!» И сунула мне на контрольную задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящнее сказать комплимент. Но Лиза еще веселее. Сказал
я Наташа. Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать по контрольной? Наташа рукой виска повертела, но всё же сказала: а мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу. И сунула мне по контрольной задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящнее сказать комплимент. Теперь Илья стал стеснительным мальчиком. Сказала Наташа. Послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать на контрольный? Наташа рукой у виска покрутила, но всё же сказала: а мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу. И сунула мне на контрольный задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящной сказать комплимент. Зато Лиза превратилась в статую. Сказал я Наташе: послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клёво. Потрясная чёлка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать по контрольной? Наташа рукой виска повертела, всё же сказала: а мне что за дело? Пожалуйста, списывай, я не заплачу. И сунула мне по контрольной задачу. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящнее сказать комплимент. А вот здесь другая наша ученица Полина читает другой забавный стишок, так, как бы она сама его прочла. Семенов прислал мне записку «Корова», а я написала «Семенов козел». Он новое слово, я новое слово. Но тут к нам учитель как раз подошел. Пал Палыч ругал нас не очень сурово, но только сказал, выводя за порог: как только в людей превратитесь вы снова, тогда приходите опять на урок. Теперь Полина превратилась в звезду класса, которая со всеми поссорилась. Семенов прислал мне записку «Корова», а я написала «Семенов козел». Он новое слово, я новое слово. Но тут к нам учитель как раз подошел. Пал Палыч ругал нас не очень сурово, но только сказал, выводя за порог: как только в людей превратитесь вы снова, тогда приходите опять на урок. Правда, неплохо у ребят получилось. Мне очень понравилось. А если вам понравилось, ставьте нам лайки и попробуйте сами записать видео и прислать нам, чтобы все посмотрели, как здорово и у вас получается.